Всем привет! Выйдет. Как я и обещала, на моем канале выйдет. Мы начинаем. Собственно, мы начинаем. Мы ехали очень долго и очень нудно, поэтому я решила написать прикольное письмо, которое немного позже я спрячу в Праге. Привет, меня зовут Марта, мне 10 лет и я из Украины. Я была в Праге 1 мая 2016 года и решила написать тебе. Если ты найдешь это письмо, то найди меня на YouTube. С любовью, Марта Свит. Мы наконец-то приехали в Прагу. Надеюсь, мне будет что вам показать. Здесь очень красивые виды, башни, дома. Этот город просто прекрасен. И если вы захотите приехать в Чехию, то едьте именно в Прагу, и вы не ошибетесь. Именно на этой площади я и спрячу свое письмо. Ищите его в районах вот такого вот окна. Гуляя улочками Праги, насладившись прекрасными видами города, мы решили, что мы хотим покушать, и нашли вот такую прекрасную чешскую сладость, которая называется смешным названием «Трдельник». Как-то так, я, конечно, не чех, поэтому не умею нормально это говорить, ну ладно. В общем, вот эта штучка называется «Трдельник Чоко». Это булочка с корицей и внутри нутелла. Вкусно! Поехали дальше. Ребята, мы остановились около маленького зоопарка. Здесь такие маленькие. У них такие козочки. Не знаю. И в общем, здесь можно покупать им еду в таком специальном автоматике. И кормить. Это так страшно. Мы покормили козочек. Меня что, по телеку покажут? Да ладно. А еще здесь можно поиграть на музыкальном инструменте. Этот мини-зоопарк находится рядом с рестораном-гостиницей. И мы, естественно, зашли сюда покушать. Здесь есть очень много всякого разного вкусного. Тут есть всякие пироги, как сладкие, так и соленые. Кстати, очень прикольные. Есть разные булочки, а еще тут есть супер-рай для сладкоежек. В общем, сами полюбуйтесь. А теперь пойдемте погуляем по чешским улочкам. Все дома в Праге покрыты красными черепицами. Кстати, чаще всего мы их встречаем в мультиках, по ним еще кошечки гуляют. А еще одним символом Чехии есть тюльпаны. Их тут действительно множество. В каждом сквере и парке они высажены вдоль дороги. Тут есть и большие, и микро, и маленькие, аж глаза разбегаются. Очень классно, наш день в Праге уже подходит к концу, и нас везут в гостиницу. Ну вот и она. Ну что ж, пойдемте заселяться. Я получила ключ от 303 номера. Ну что ж, давайте проведем мини-рум-тур. Добро пожаловать! Так, у меня есть две кровати, две лампочки, один стол, один стул, один телевизор, так, шкафчик, прекрасное окно. А что же за этой дверью? Туалет! Так, тут, в общем, зеркало, душ и сам, собственно, тубзик. Ну все, на этом мой день заканчивается.
Он был очень интересным, хоть и слегка утомительным. Ну все, я уже буду ложиться спать. Надеюсь, что завтра мне будет что вам показать.